Также в столице республики подвели итоги международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Его тоже провели в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». За звание лучших и талантливых боролась 31 команда. Среди них якутские скульпторы, а также представители 5 зарубежных стран и 6 регионов России. Конкурсанты готовили ледовые скульптуры в течение 3 дней, снежные в течение 2. Командам предоставили одинаковые блоки льда и снега, подвели электричество и установили прожекторы для работы в вечернее время. Победителей определили в нескольких номинациях, а все скульптуры будут радовать горожан до самой весны. Композиция называется «Карыбе». Это по-якутски «Снежная бабушка». То есть олицетворяет наша скульптура путника, который застала ночь, холод, и он просит у духов помощи. Не ожидали, что можно в таких суровых условиях выполнять скульптуру. Ну, даже как-то сейчас привыкли к холоду. Очень красивые скульптуры, достаточно сильные соперники были. Ну, я рад, что мы победили. Ну, второе место, вернее.